Важные новости. Сегодня ночью мир реагирует на смертельную стрельбу во Франции. Стрелок Макс Мора, 21 год, был убит на месте. Манифест Макса Мора. В нем он прямо цитирует вашу работу. Нет-нет, придерживайтесь сценария. Французские власти обвинили Гаспара Франсуа, лидера ультраправого молодежного движения, в подстрекательстве к насилию. У нас еще трое гостей на сегодня. Виктуар Мора и ее сопровождающие. Сейчас она фаворит в президентских выборах Франции. Гаспар и Виктуар за одним столом. Это место слишком хорошо для тебя, Фрэнк. Посылайте персонал домой до обеда. Справитесь ли вы с ужином? Нет проблем, месье. Все путь из Парижа, чтобы увидеть нас. Мы делаем интервью. Все сходится. Все средства хороши в любви и на телевидении. Забудьте интервью. Эта встреча не для публики, и я хочу сохранить ее такой. Она будет следующим президентом Франции. По дня специальных. Выпейте шампанского. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Францию. Время показать лицо в нашей сети. Мы полагаемся на тебя. Ты должен присматривать за Пьера. Ты соучастник. Выполни точно мой приказ. Оставь их. Это кровь? Мы прямо посередине. Дядя Фрэнк, нужно это увидеть. Алиса, мать Макса Марата. Жаль, ты не ушел. В реальности правда не всегда верна. Хочу вернуть своего сына, но его убили. Пожалуйста, нет. Жизнь не так, как хочется. Закон непредсказуемых последствий. Думал, у тебя все получится.